705 килограмм соленого трепанга стоимостью почти 5 миллионов рублей задержали в результате совместных мероприятий Уссурийская таможня и УФСБ России по Приморскому краю. Нелегальный груз был задержан на территории поселка Краскино Хасанского района. Предприниматель сам изготавливал и перерабатывал трепанг. Затем подделал документы, необходимые для экспорта, справки для оформления ветеринарного сертификата, внешнеэкономический контракт, упаковочные листы. Преступный замысел не был доведен до конца. Трепанг изъят, мужчина задержан. Трепанг пользуется спросом в Китае и других азиатских странах. Там его называют морским женьшенем за особые целебные свойства. По факту приготовления контрабанды уссурийская таможня возбудила уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до 7 лет. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, новости на восьмом.